8 декабря 1991 года в Минске руководители Беларуси, РСФСР и Украины заключили соглашение о создании содружества независимых государств. Для меня, как президента страны, главным критерием оценки этого документа является то, насколько он отвечает интересам безопасности граждан, задачам преодоления нынешнего кризиса, сохранения государственности и продолжения демократических преобразований. Это соглашение имеет позитивные моменты. Участие в нем приняло украинское руководство, которое в последнее время не проявляло активности в договорном процессе. В документе подчеркивается необходимость создания единого экономического пространства, функционирующего на согласованных принципах при единой валюте и финансово-банковской системе. Выражается готовность к сотрудничеству в области науки, образования, культуры и других сферах. Предлагается определенная формула взаимодействия в военно-стратегической области. Однако это документ такого значения, он настолько глубоко затрагивает интересы народов нашей страны, всего мирового сообщества, что требует всесторонней политической и правовой оценки. В любом случае для меня очевидно следующее. Соглашение прямо объявляет о прекращении существования Союза СССР. Безусловно, каждая республика имеет право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств с учетом воли их народов. Неправомерно и опасно также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе. Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами Республик, от имени которых подписан. Тем более это произошло в тот момент, когда в парламентах республик обсуждался проект договора о Союзе суверенных государств, разработанный Государственным советом СССР. В создавшейся ситуации, по моему глубокому убеждению, необходимо, чтобы все Верховные советы республик и Верховный совет СССР обсудили как проект договора о Союзе суверенных государств, так и соглашение, заключенное в Минске. Поскольку в соглашении предлагается иная форма государственности, что является компетенцией Союза народных депутатов СССР, необходимо созвать такой съезд. Кроме того, я бы не исключал и проведение всенародного референдума плебисцита по этому вопросу.